Надо работать немного, а головой. Когда-то мне сказал этот секретный секрет мой наставник Алексей Луконин, и я не сразу понял, почему так. На самом деле, большинство новичков, которые приходят в сетевой бизнес, они создают много шума. То есть 95% работы делают той, которая приводит к 5% результата. То есть сделать вот столько работы, чтобы получить вот такой результат. Лидеры, умные ребята уже с опытом, они наоборот, они делают 5% работы, которая приводит вот к такому большому результату. И здесь есть определенные секреты. Не все о них рассказывают, и в основном эти секреты узнаются от наставников и через события. Поэтому, друзья, кто хочет заниматься сетевым бизнесом серьезно, кто пришел зарабатывать не 100, 200, $300, а кто пришел за доходами от 1000 долларов, от 10 тысяч долларов и более, для вас есть информация, как создать такой бизнес, как построить такую систему, чтобы к вам приходили именно те люди, которые бы вместе с вами увеличивали в разы товарообороты, растили вот эти вот объемы, о которых все мечтают. Есть четкая система, есть алгоритм, как это все работает. И кому интересно, здесь в шапке профиля есть мои контакты. Пишите слово «система», и я вам расскажу и покажу, как на самом деле работает сетевой бизнес, откуда здесь берутся деньги, почему здесь есть пассив, как вовлекаются люди и как, самое главное, работать немного, а умно, работать головой. До связи.